Лето подошло к концу. Для 13 тысяч детей Славянского района оно запомнится целым рядом ярких моментов. Для них в этом году работали оздоровительные лагеря на территории района. Были организованы туристические походы, вечерние, досуговые и школьные площадки. Кроме того, в организации досуга детей на каникулах принимали участие все учреждения культуры района. Одна из полюбившихся детям форм отдыха – это занимательные уроки истории, которые сотрудники Историко-краеведческого музея проводили на детских игровых площадках. В ходе такого урока на открытом воздухе ребятам в интересной форме рассказывали историю Славянска на Кубани, как изменялся его облик, название улиц. Мероприятие состояло из нескольких частей – знакомство, мини-лекция, викторина и творческая составляющая. Дети активно принимали участие в каждой из них. Лето должно быть не только временем для отдыха, но и для получения новых знаний, уверены сотрудники музея.